такой красы. Дела эта трасса. Первую горку. Уровень. Там Русил едет.
Я первый еще? Да ну. Смеешься, что ли? Серьезно? Охуеть. Польск. Я уже два. Спортсмены. Я уже приехал. В смысле? Ну что там, пацаны? Пусть, конечно, ебать. Извините за мат, но комната. Последний, да? Yeah.
третья камера, третья батарея. Хотя бы остановился посмотреть на красоты. Там видно вам, наверное. Солнце целый день. Поставил мус. Надо было камеру и, скорее всего, 754-ю. Ну, во всяком случае, на этот трек. Потому что скользко, и это F07. Бля, вообще в жопу. И надо на камере спускать там до 0.3, наверное. Тогда будет какой-то зацеп. А так, хотя, может, это я просто такой. Едут. Ну, смотрел, много кто на 754-х и на Кенди, этой Айбакс или что. Ну, сейчас спуски только будут вроде, поэтому будет попроще. Трек у эксперта. Не без Chicken Wave. До этого я, конечно, вообще не тренировался месяца три не ездил на мотоцикле, не тренировался. Вот приехал на Хесу первый этап этот, и тренировка такая. Бля, мысли читаешь, чувак. Я был в лайке. Я тоже. Раз, думаю, пойду в эксперт. Я тоже.